Экспертизу нет, тоже вы тут не понимаете. Вы не понимаете. Милиция точно так же работала. Но она не новая полиция. Вы видели, у вас все фиксируется. Она сама сует. Какое лицо? Она подошла сама. Но я знаю, она подлазит сама своими руками, микрофоном. Девушка, она отойдите ее вообще. Она лезет в каждую щель. Ну куда мне, блядь? Она сама подсовывается, а потом говорит, что ее бьют. Все, это у нее схема такая работы. Понимаете или нет? Сними, пожалуйста, сюда. Сними. Вот только что он это сделал. Только что мне просто сигареты прожгли руку. Вот оно. На даний час з 11 лютого проводиться службове розслідування по факту неналежного виконання службових обов'язків співробітниками патрульної поліції. Результати даного розслідування будуть оголошені 11 березня. На даний час ознайомлюються з відеоматеріалами та будуть вирішені питання по поводу призначення дисциплінарного стягнення з усного зауваження до занесення в особову справу.